Привет! Вы на канале «Дети звезд». Будучи представителем династии Алферовых, Ксения выбрала творческий путь в жизни и продолжила семейное дело, став актрисой. Звезды кино часто делятся уникальными фотографиями в соцсетях, и Ксения не исключение. На своей инстаграм-странице актриса нередко публикует памятные снимки с матерью Ириной Алферовой. Недавно она снова показала такое фото. Там маленькая Ксюша запечатлена рядом с мамой. Особенность фотографии в том, что она была сделана случайно. Удалось запечатлеть сразу двух актрис с перспективой на будущее, начинающую маленькую Ксюшу и уже состоявшуюся Ирину в юности. Снимок был сделан как раз во время гастролей в составе театра. Алферова вспоминает свой первый опыт в качестве актрисы. Несмотря на юный возраст, она тогда успешно сыграла на ленкомовских постановках. Маленькая Ксюша уже тогда заработала свои первые гонорары. На тот момент ей были доступны роли девочек и мальчиков. Но деньги она всегда отдавала родителям. С ранних лет девочка приучилась к самостоятельности. Звездные родители были поглощены работой и часто отсутствовали дома. Ксюша была вынуждена находить себе развлечения. Нельзя сказать, что ей это не нравилось. Напротив, пока ровесницы играли в куклы, она уже активно развивала творческую деятельность. Ей нравилось проводить время за кулисами театра, но при этом с мамой они всегда были лучшими подругами. А как вам кажется, похожа ли Ксения на свою красавицу-маму? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!